Вот, смотрите, все как договаривались, все вовремя, все красиво, все в срок. Так, я не поняла, где капитель? Ну, здесь она где-то, наверное. Да, прибесен. О чем это вы? Капитель. Верхняя часть пилястра. Пилястр? Утащил. Пилястра. Пилястра. Ну, блядь, ну вот это хуйня. А, вот это вот хуйня? Да. А, капитель Айтал мой. Айтал, где у нас эта хуйня? А, хуйня. О, хуйня. Народы России говорят на 277 языках и диалектах. Но русские всегда поймут друг друга, блядь.